не подскажете, тут по часовой стрелке вот так вот все пройти. Вот так, кругом. А тут вот написано начало экскурсии. А, против часовой, значит, да? Понятно.
Смотрим, в какой обуви они ходили. Сейчас пойдем, тебе интересно посмотреть?
пришел. Человек не придет. Распадали машина, все деньги. Вот это. Мощная 85-миллиметровая зенитная пушка. Осколки взорвавшихся советских реактивных снарядов, выпускаемых самолетом Чернобыля. Фрагмент видимо ошибки самолета. Здесь вот можно посмотреть, да? Контейнеры на парашютах только с помощью вот таких жалких поплавков.
Следующий зал полностью посвящен подвигу и полководческому таланту советских военачальников. Это командующие фронтами и армией, командиры корпусов и дивизий. На стенах вы можете видеть их живописное изображение. Перед нами 7 портретов в полный рост самых известных советских военных деятелей, которые принимали участие в разработке и проведении операции «Сталинградская битва». На других стенах подробные портреты всех командующих советскими армиями в период сражения и командующего Волжской военной флотилии контр-адмирала Дмитрия Рогачева. В витринах находится парадное обмундирование, советское и зарубежное, то есть трофейное оружие. Личные сочинения, документы, награды и вещи советских военачальников. Среди них такие знаменитые имена, как маршалы Жуков, Василевский, Терей, Чуйков, генерал, Шумин, Смехотворов, Чистяков, Пли, и, наконец, прошу вашего внимания, в центральной части зала, в отдельной витрине, находятся коллекции военных наград 4 наших знаменитых военачальников, героев Советского Союза и героев Сталинградской битвы. Это генералы Родинцев, Людников, Чистяков и Шумилов. Двое из них командовали дивизиями, двое были командующими армией. Ну, перед тем, как мы перейдем в последний зал нашего музея, предлагаю вам самостоятельно ознакомиться с этими наградами. Возникнут у вас вопросы, прошу вас запомнить. После чего мы уже перейдем к финишной части нашего. А теперь хочу сказать, что среди этих наград, в первую очередь, советские, а есть зарубежные. Среди зарубежных это, конечно, на первом плане те, которые были вручены от имени союзников СССР, странных университетов, это Великобритания, Франция и США. Это награды тех государств, чью территорию освобождали войска под командованием полководцев. И, наконец, здесь даже есть награды тех стран, которые в период Второй мировой войны выступали противниками Советского Союза, а впоследствии их народы и правительства были благодарны Красной армии за их освобождение от нацистских и фашистских режимов. Ну а сейчас мы продолжаем нашу дискуссию. Thank you.
Спасибо.
туда нельзя зайти? Можно, да?
это и ссылку могу. Thank you.
просматривается скованная льдом Волга. Через Волгу по переправе в город поступают оружие, боеприпасы, продовольствие. А на другой берег здесь у нас не ведутся бои. Скажите, тут по какой-то экскурсии определенная сюда или всем нужно? Сюда. А, здесь какой-то. А, понятно. А там экскурсии идут позже. Я не знаю, что я не знаю.
Спасибо.
Осторожно, двери закрываются. Можно? Уважаемые пассажиры, не забывайте оплачивать проезд. Прикладывайте карты к валидаторам на поручнях. Для приобретения билета за наличный расчет, пожалуйста, входите в троллейбус через переднюю дверь. Оплата водителю при входе на остановке. Троллейбус работает без кондуктора.